Вы просили шаурму за 500 рублей именно в лаваше, а не в хлебе. Смотри до конца, чтобы увидеть результат. Брат, давай за 500 рублей сделаем шаурму. Давай сделаем, брат, шаурму. Поехали. Берем два лаваша и тщательно смазываем фирменным соусом. Много капусты, ведь это не сеньор Дюнер. Помидорчики. Мясо. Его тут должно быть очень много. Мясо жалеть нельзя, это основа шаурмы. Еще фирменного соуса. Красный соус, и это не кетчуп. А вот и красный лучок и зелень. Много огурчиков для свежести. И морковку по-корейски. Если ты с ней не согласен, пиши в комментариях. Перчик халапеньо, завтра день пройдет с весельем. Закручиваем нашу шаурму за 500 рублей и отправляем под пресс. Вы только посмотрите, какого она размера. Если честно, ее тяжело держать. А какая же она в разрезе? Если тебе понравилось видео, ставь лайк и подписывайся.